Привет, я в Амстердаме. Это центр Амстердама, исторический центр. Мы здесь занимаемся тем, что делаем реконструкцию на нашем домике. У нас случилась беда. У нас сегодня ночью нас обворовали и украли у нас два велосипеда. Поскольку нам надо на чем-то передвигаться, значит, вот чем мы решили заняться. Мы решили выйти на речку и немного порыбачить во время обеда. Первый. И буквально... Макс, сколько забросов мы сделали? Два заброса, сколько великов? Два. Два заброса, два велосипеда. Стоимость такого велосипеда примерно 150 евро. Не могу достать. Вот. Таким образом, предположим, у вас сегодня ночью украли велосипед. Вы берете просто кошку, делаете самодельную, идете на речку и ловите то количество велосипедов, которое вам необходимо. Нас, допустим, тут 5 человек. Значит, мы наловим себе сейчас 5 велосипедов. Помоем, почистим и будем двигаться в лицо счастливого рыбака. Что ты там еще нашел? С ключом. Вместе с замки с ключами? Ну. Ну, этот, видно, уже утопленник не первый месяц. А у этого вообще все новенькое, да? Даже чехол на сиденье, смотрю, не сняли. Да? Хватит, нам их некуда уже ложить. Вы что, сушить их будете, что ли? Ну это хуёвый, надо лучше. Матом не ругайся. Бригада 1, Амстердам, июнь 2012 года. Рыбалка. Всем удачи.